Планетарный миксер с тремя насадками и большой чашей. Сегодня в видео рассмотрим планетарный миксер Starwind SPM-7161. В комплекте поставки сам миксер, чаша, пластиковый щиток, лопатка для перемешивания, крюк для замешивания теста, венчик для взбивания, а также силиконовая лопатка и инструкция. Гарантия на прибор 12 месяцев. Корпус устройства компактный, обтекаемой формы, сделан из пластика, такую легко очищать от загрязнений. Остальные элементы, контактирующие с продуктами, изготовлены из нержавеющей стали. Это исключает появление коррозии и обеспечивает долгий срок службы. Снизу 6 резиновых ножек-присосок, благодаря которым миксер не скользит по поверхности во время вибраций. На самом корпусе расположены ручка фиксации моторного отсека и регулятор скоростей. Всего их 6. Есть и импульсный режим. Мощность прибора 1600 Вт. Объем чаши достаточно большой – 5,5 литров. Максимальная нагрузка – 1,5 кг. Чтобы содержимое чаши не разбрызгивалось во время работы, есть силиконовая крышка. Обратите внимание, что прибор не подходит для работы с горячими продуктами, температура которых больше 70 градусов. В комплекте идут 3 насадки, которые легко снимать и мыть в посудомоечной машине. Крюк для теста подойдет для теста для хлеба или печенья. Лопатка для перемешивания густых ингредиентов – для теста для блинов. А венчик для взбивания оптимален для легких жидких смесей – крема, яичных белков. Уход за устройством простой. Чашу и насадки можно замачивать в мыльной воде или загружать в посудомойку. Внешнюю поверхность моторного блока достаточно протирать слегка влажной тканью или губкой. Планетарный миксер Starwind поможет приготовить самые разные блюда. На помощь придут 6 режимов работы, импульсный режим, 3 насадки и большая чаша с защитной крышкой.